Канал «Зона», передача «Солнышко», ведет Мария Воложан. Сегодня я вас познакомлю с моей лошадкой Соникой. Пум, мамонтенок. Это мамонтенок. Откая. Я сейчас буду кататься на лошадке. Буду держаться за взрослую ручку. Я тебе яблочко принесу. Так, я сниму эту штуковину. А ладно, мне надо снимать. Ням-ням-ням. Она до сюда не достает, вот поэтому ей приходится так кормить. Хорошая девочка. Чё свою? Чтобы волосики были прямые, нужно нам дальше свою лошадку. Здесь мы гладим, здесь можем похлопать. Теперь мультики, я знаю, мультики. Никаких мультиков во время съемок. Тогда я пошел. Кря-кря-кря-кря. Смотрите мультики. Кря-кря-кря-кря. Моя говорящая Анжела. Витя, вот это наша Анжела. Даем ей покушать. Даем ей попить. Даем ей шоколада. Я включу звук. Так, теперь дадим ей еще покушать.
Так, дадим ей сладости. Уже на 100% уже она не голодна. Но все-таки нужно купить еды. Кря-кря-кря. А ты, мучки, где их? Ладно. Только у него ручки очень маленькие. Я смогу в нем кататься. А еще он маленький. Еще он минус шатается. Он может не катать. Надеюсь, он маленькенка. А слоник вот катает. Это просто цирковой слоник. На шаре ходит. Интересно, а где слон живет? У меня дома, вот он здесь стоит, у меня дома. На студии, что ли? Да, вот он, слоник. Слон вообще-то живет, цирковой слон бывает. Бывает слон в Африке. А лошадки где живут? Единороги есть в королевском лагере и в мультике «Принцесса София». А я не понимаю, это титан или это титан? Вот где написано «титан»? Вот тут вот титан, а тут ничего не написано. А утка где у нас крякает? Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. У добрых соседей кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. А мама антенок, но я видела, что он живет в... Он плыл по раскаленным кускам айсберга, а потом приплыл к слонам. А, он... И он слона взял. А он маму искал, да? Угу. И нашел он маму. Он нашел слона и подумал, что это мама. Ну, потому что у него нос был. Хвост такой же. Ну, и ноги короткие тоже. Но по шерсти не определяли. Еще, когда я была... конюшни, где были лошади. Ну, все? Сильно покидают? Дальше. Давай, лезь. Пойду попасть. Кормили мы сахаром, еще мы кормили яблочками, яблочками не кормили, морковкой и сахаром. Так... Морковки у нас здесь вообще, мы тоже вот везем на ферму, когда вот такая морковка у нас выросла, лошадки их кушают. Вот это моя лошадь, на которой я только что катался. Малибу ее зовут. Лошадочка. Ручка не работает, немножко это регенерирует.
Ручки хорошо. Во что там одевались, когда на лошадке катались? Ну, в специальную одежду. Самый быстро бегает. Кто из твоих друзей? Мамонтенка, слоненка и лошадку. Кто быстрее бегает? Лошадка. Мамонтенка вообще... плохо бегает. Слон посередине. Лошадка во как бегает. Солнышко, ламаре, блаженно, до новых встреч!